Молодая картошка, запеченная в духовке, получается очень вкусная и ароматная. Мягкая внутри, с аппетитной золотистой корочкой. Хорошо промытый картофель высыпаем на противень. Добавляем соль и специи по вкусу. У меня это паприка, чили, чеснок, смесь перцев и молотый лавровый лист. Поливаем небольшим количеством растительного масла. Размешиваем так, чтобы картошка покрылась специями. И отправляем ее в разогретую до 170 градусов духовку на 1 час. Тем временем в растопленное сливочное масло добавляем укроп и чеснок. Смешиваем и даем настояться минимум 20 минут. За 5 минут до готовности смазываем картошку чесночно-сливочным маслом и возвращаем в духовку еще на 5 минут. Вот и все. Вкусный гарнир готов, а аромат не передать ни камерой, ни словами. Приятного вам аппетита!